Ёжики на йогу. Девочки, сейчас будет йога в прямом эфире. Ну, с вами, разумеется. Да. Кардиосиловая закончилась. Выключаю свет. Навожу интимную обстановку. Меняю музыку. Не люблю я на йогу много света. Вообще никак. Кто спрашивал меня о коврике для йоги? Вот такие самые классные. Пробковая поверхность, прорезиненная нижняя часть, или пробковая, или текстильная хорошая. Чтобы ноги... У меня потому что ковер, чистая шерсть, и у меня ноги скользят здесь. Ужасно скользят, тяжело тренить. Если у кого пол скользкий, носки с резинками, с тормозами есть. Для детей можно покупать тоже ежик. Да, собираемся пока. Стандартно 2 минуты. Да, добрый вечер. Теперь у нас йога. Мы же платили за марафон. Кто платил, ждите, вас добавят. Чтобы сесть на шпагат, обязательно надо греть мышцы. Хотя бы легенькую пробежку или же планочки сделать. Планочки, пробежка. Собираемся? Да. На одной ноге, чтобы сильнее включить мышцы живота, стою. Потом меняю ноги. Обязательно сохраню, девочки, эфир. Я комментарии закрою, наверное, потому что ёжить все-таки с комментариями не очень. Вам будет тяжело. Да, музыка классная. И вообще рада вас видеть. Для растяжки нам понадобится какой-нибудь ремешочек, поясочек. Сейчас мы 25 минут поёжим с вами. Я обычно беру подхватки для занавесок. Очень удобно с ними работать. Вот такие подхваточки. Очень хорошо подходят. Итак, информацию по марафону можно увидеть у меня на странице. Марафон стартует 25 ноября. Будет идти он месяц до 25 декабря. Стоит он 1000 рублей. Входит туда кардиосиловая утром каждый день, йога, растяжка вечером. Сейчас мы с вами будем заниматься йогой и растяжкой. 2 раза в неделю психология. Каждый день правильное питание и домашние задания. Хотите марафон, пишите нам на этот номер. Хочу марафон. Вам расскажут, как оплатить и как добавиться. Ну что, солнышки, все собрались? Нет, если вы будете мне столько вопросов задавать, у нас не останется времени на йогу. Да, спасибо, девочки, что ответили. Все, выключаю комментарии. Да, только сегодня, я же говорила вам, и утром говорила. Меньше говорим, больше работаем. А вы центр тяжести перенесите больше на плечи, когда на одной ноге. Кто где отмазался? Опять классический манипулятор, глянь. Вы уже 2-ю неделю со мной, вы до сих пор манипулируете, да? Прекращайте эти игры со мной, девочки. Встали в татасана? Встали в татасана? Поза горы? Центр тяжести на пятки. Колено и чашечки напрягли, подняли вверх. Раскрыли грудную клетку. Пальцы рук растопырили. Пальцы ног растопырили. Мысленно пробежались по всему телу. Напряжение. Каждая мышца. Ноги, ягодицы, пресс в тонусе. Руки, спина. Вдох через нос.
Выдох через рот. Вдох через нос. Выдох через рот. Отпускаем пальчики ног, расслабили тело. Делаем вдох. Выдох. Макушка головы тянет вверх, копчик давит вниз. Силой собственного тела вытягиваем позвоночник. Вдох. Выдох. Делаем вдох. И на выдохе медленный наклон. Пальцами рук берем большие пальцы ног. Стараемся прогнуться в пояснице. Тянемся макушкой головы в одну сторону, копчик в другую сторону тянет. Вытягиваем позвоночник. Если подколенные связки не растянуты, согните немножко колени. Сейчас у нас акцент на спину. Вдох. Выдох. Делаем вдох. И на выдохе согнули левая рука под левое колено, правое вокруг спины, обхват замок, смотрим через правое плечо. Скрутки делаем мягко, если появляется боль в спине, работаем на 50%. Прислушивайтесь к своему телу. Отпустили замок, вдох. И на выдохе меняем сторону, правое колено согнули, правая рука под правое, левая вокруг спины, обхват замок. Отпустили замок, делаем вдох. Позу стула. Выдох. Все, давление в пятки, руки около ушей. На вдохе выросли вверх. Вдох. Выдох. Перенесли центр тяжести на правую ногу. Врикшасана поза дерева. Делаем вдох. Намасте, выдох. Раскрыли грудную клетку. Бедра. Вдох. Выдох. Вдох, раскрылись. Выдох. Обхватили большой палец ноги. На вдохе раскрылись. Увели ногу в сторону. Вдох. Выдох. Вдох. И на выдохе перевели стопу вперед. И на бедро отпустили. Вдох. Намасте, выдох. Согнули колено. Раскрыли грудную клетку. Спину не округляем, лопатки свели, плечи опустили. Вдох. Выдох. Вдох. На выдохе наклон, пальчики на пол. Выдох. На вдохе вверх. Вдох. Выдох. Меняем ноги местами. Делаем вдох. Намасте, выдох. Вдох. Выдох. Вдох, раскрылись. Выдох. Перенесли стопу на бедро. Делаем вдох. Намасте, выдох. Отпустили. Отпустились вниз, колено согнули, следим за осанкой. Вдох. Выдох. Делаем вдох. И на выдохе наклон, пальчики на пол, колено разогнули. Прижимаемся животом к стопе. На вдохе выросли вверх. Вдох. Выдох. Триконастра. Поза треугольника на правую ногу. Правая нога впереди, левая стоит перпендикулярно правой. Раскрыли бедра, грудную клетку, ладошки в пол. Вдох. И на выдохе наклон. Отпускаем правую руку на ногу. Левая рука тянется вверх, бедра раскрываем. Руку не закидываем назад. Вдох. Выдох. Вдох. На выдохе перевернутый треугольник. Стараемся держать ноги прямыми. Левую руку завели за правую ногу. На вдохе раскрутились. Вдох. Выдох. Ладошка на пол, колено согнули. Вытянутый треугольник. Раскрываем бедра, грудную клетку. Перешли на две стопы. Макушкой головы тянемся к полу.
пальчики рук под плечи, вытягиваем позвоночник, макушка головы тянет в одну сторону, а копчик в другую. Силой собственного тела работаем, вытягиваем позвонок за позвонком, да, мой ангел. На вдохе поднимаем, зайка, отойди, пожалуйста. На вдохе поднимаемся вверх, меняем ножки местами, бедра раскрыли, грудную клетку тоже. Левая нога впереди, правая перпендикулярно, вдох. На выдохе наклон. Вдох. Выдох. Делаем вдох. И на выдохе перевернутый треугольник. Левая рука вверх. Вдох. Что ищешь? Вставай. На вдохе раскрутились. Вдох. Выдох. Ладошку на пол, колено согнули. Вытянутый треугольник. Раскрыли бедра, грудную клетку. Перешли на две стопы, тянемся макушкой головы к полу. Знаешь, что моя, Кисенька? Иди к Ирочке на кухню, хорошо, Ангела? Молодец. Пальцы рук под плечи, вытягиваем позвоночник. Господи, ты мой ребенок. Левая рука на полу, правая на вдохе вверх, вдох. Ой, мама сменит. Бывает. Меняем, правая рука на полу, левая на вдохе вверх. Пустили. Нет, я же что хочу мешать. Делаем вдох, поднимаем руки вверх. Выдох. Округляем спину, делаем вдох, раскрываем, округляем, выдох. Выдох, волна, встали, вдох. Выдох, делаем вдох, и здесь остались, выдох. Пальцы рук вовнутрь, ладошки на коленях, работают плечи, локти, вдох, выдох через правое плечо. Раскрутились, вдох, выдох через левое. Что ты, разукрашку? Да, хочу. Раскрутились, вдох, раскрыли. Вон на той полочке, ангел мой, вот на той. Раскрыли еще шире ноги, упираемся прямыми руками в ноги, делаем вдох, выдох через правое плечо, сильные руки давят в ноги. Вдох, выдох через левое плечо, бутылочки бери на стол. Молодцы, делаем вдох, выросли вверх. Выдох, намасте, между лопаток. Развернули бедра, грудную клетку к правой ноге. Делаем вдох. И на выдохе тянемся подбородком вперед, ноги прямые. На вдохе вверх. Развернулись. Руки в замок. Делаем вдох. На выдохе наклон. На вдохе вверх. Намасте между лопаток. Намасте вот таким образом собрали руки. Вдох, на выдохе наклон, тянемся подбородком вперед, делаем вдох, выдох, сделали шаг к правой, к левой ноге, освободили сзади пространство, вдох, на выдохе наклон, ладошки на пол, левая нога далеко назад, вдох, намасте, выдох. Вдох, выдох, правый локоть на правое колено, левую стопу развернули, делаем вдох, раскрываемся, выдох, вдох, выдох, на вдохе поднимаемся вверх, позу воина, вдох, ладошки в пол, плечи отпустили, выдох. И на выдохе наклон, ладошки на пол, колено согнули, стопу положили. Колено, стопа впереди. Не под коленку ставим, а вперед толкаем, девочки. Обратите внимание, почувствуйте свои бедра. Вдох, выдох, тянемся руками вверх. Вдох,
Выдох. На вдохе раскрылись через левое плечо, пальцы рук вверх. Делаем вдох, руки вверх. Намасте, выдох, отпускаемся в позу ящерицы. Перевели правую ногу назад, левую вперед. Вдох, намасте, выдох. Правая нога прямая. Вдох, выдох. Левый локоть на левое колено, правую стопу развернули, делаем вдох. Раскрываемся, выдох. Вдох. Выдох. На вдохе поднимаемся, вдох. Ладошки в пол, выдох. Вдох. На выдохе наклон, ладошки на пол, колено отпускаем. За ним стопа. Делаем вдох, руки вверх. Выдох. Через правое плечо раскрылись. Вдох. Выдох. Вдох, руки вверх. Намасте, выдох. Позу ящерицы отпустились. Перевели левую ногу назад. Делаем вдох. И на выдохе наклон. Отдыхаем в позе ребенка. Руки тянем вперед. Ягодицы сидят на пятках. Отдыхаем. 2-3 дыхательных цикла. Останавливаем дыхание. Хулиганки мои, буду ругаться. Люди не себя так не ведут. На вдохе поднимаемся. Позу кошки. Делаем переход. Кошка-корова. И вместе со мной. Один дыхательный цикл кошка, второй корова. Вдох. Выдох. Подбородок на грудь. Копчик подкрутили. Меняем. Вдох. Выдох. Еще раз меняем. Вдох. Выдох. Меняем. Вдох. Выдох. Перенесли центр тяжести на правую сторону. Левой рукой берем левую стопу, раскрываем бедра и грудную клетку. Вдох. Раскрылись в позу тигра. Уводим стопу назад. Почувствуйте, как раскрывается грудная клетка, как работает в бедрах. Отпустили наклон, отдохнули. Меняем сторону. Вдох. Раскрылись в позу тигра. Правой рукой берем правую стопу. Отпустили. Готовимся. Пози собака морда вниз. Делаем собака морда вниз, собака морда вверх. 2 раза. Ставим стопы. Пятки немножечко раскрыли в сторону. Делаем вдох. И на выдохе собака морда вниз, толкаемся руками, подбородок на грудь, живот втянули, пятки в пол, немножечко раскрыты в стороны. Прогибы не утрируем. Вдох, выдох, вдох, выдох. Отпустили собака морда вверх. Бедра не касаются пола, остаемся на горе, на стопах и ладошках. Тянемся подбородком вверх. Ставим коленочки. Пальчики ног, вдох. На выдохе собака морда вниз, подбородок на грудь. Живот втянули, пятки в пол немного раскрыты. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отпустились. Собака морда вверх. Ставим коленочки, вдох. На выдохе наклон, отдыхаем. В позе ребенка вытягиваем позвоночник. Ладошками тянемся в одну сторону. Копчик в другую тянет в сторону.
воздухе поднимаемся в позу верблюда. Правую ладошку на правую стопу. Вдох, раскрываемся, поднимаем бедра. Откроем грудную клетку, тянемся левой рукой. Отпустились, выдох. Меняем сторону, вдох. Отпустились, выдох. Меняем сторону, вдох. Отпустились, выдох. Меняем, вдох. Отпустились, выдох. Руки в замок. Делаем вдох на выдохе, наклон в позу зайца. Сильный упор не делаем на голову. Шею не нагружаем. Копчик тянет в одну сторону, руки в другую. На вдохе раскрутились и медленно, не спеша, делаем переход через позу восьми точек. Плавно, медленно вытягиваем позвонок за позвонком. Прижимаем подбородок, раскрываем локти, плечи, грудь. В самом конце поясничный отдел. Ладошками берем стопы. Поднимаем ноги вверх в позе лука. Нос направили в пол. Отпустили пятки вдоль бедер в позе лягушки. Отдыхаем ладошка, ладошка. Перевернулись на спину. Поднимаем ноги вверх. Пальцы ног на себя. Почувствуйте заднюю поверхность ноги. Круговые вращения стопами в одну сторону, в другую. Пальцы ног растопырили, сжали сильно-сильно, растопырили, сжали. Делаем вдох. На выдохе заводим ноги за голову в халасана. Грудная клетка закрывается. Дышать здесь сложно, поэтому каждый дышит так, как ему удобно. Если ноги не достают до пола, поднимайте их на диван. Вместе со мной вдох и выдох. Кому легко далась халасана, вместе со мной продолжаем, делаем карнапедасана. Колени ставим к ушам, остальные легли на спину, отдыхаем. Медленно, не спеша, раскрутились, прижали колени к груди, отдыхаем. Восстанавливаем дыхание. Левая нога прямая, правое колено согнули, прижали к груди, делаем вдох и на выдохе поднимаемся. Маричасана, поза мудреца Маричи. Правая стопа стоит на полу, пальчики левой ноги на себя. Сейчас понадобится веревочка, ремешочек для тех, у кого плохая растяжка, чтобы было возможно отстроить асану. Делаем вдох, руки вверх, выдох, наклон. Обхват вокруг ноги, замок, лоб на колено. У кого не получается сделать обхват, работаем таким образом. Берем ленточку, веревочку и увеличиваем себе расстояние. Постепенно его сокращаем. На вдохе поднимаемся вверх. Положили правую стопу на бедро. Делаем вдох. На выдохе наклон. На вдохе поднимаемся вверх. Стопу за бедро. Левое колено согнули, правая рука на полу,
левый локоть за правое колено. Смотрим через правое плечо в позе повелителя. У кого есть проблемы с позвоночником или вы чувствуете острую неприятную боль в спине, смягчаем асану. Не нужно делать сильно скрутку, мягко делаем скрутку, так, чтобы вам было комфортно. Медленно раскрутились, меняем ноги местами. Правая нога прямая, левая стопа стоит на полу, пальчики правой ноги на себя, вдох, выдох, наклон, обхват вокруг ноги, замок, лоб на колено. На вдохе поднимаемся вверх, стопу на бедро. Делаем вдох, выдох, наклон. На вдохе поднимаемся, отпустили стопу за бедро, правое колено согнули, левая рука на полу, правый локоть за левое колено. Смотрим через левое плечо. В позе повелителя рыб. Не спеша раскрутились, собрали ножки Баткханасана, позу бабочки. Руки в замок под стопы. Раскрыли грудную клетку, бедра. Можно с маленькой амплитудой попорхать. Делаем вдох через нос, выдох через рот. Вдох через нос, выдох через рот и делаем наклон. Локти упираются в складки ног, опускаемся лбом к стопам. На вдохе поднимаемся, обхватили большие пальцы ног, раскрываемся в позу широкого угла или вытяжение позвоночного столба, спину не округляем. Медленно, не спеша разгибаем колени, следим за осанкой, макушка головы тянется вверх, копчик давит вниз. Отпустили стопы. В позе головы коровы. Левая нога внизу, правая вверху. Стопы двигаем в сторону. Две седалищные косточки на полу, два бедра чувствуем одинаково. Если одно бедро чувствуем хуже, толкаем стопу в сторону. Следим за осанкой. Левая рука на вдохе, вверх, вдох, замок. Если не дотягиваемся пальцами до руки, то работаем вот с таким помощником. Увеличиваем расстояние, и тогда у нас все получится. Вдох, выдох, наклон. На вдохе поднимаемся вверх и продолжаем движение. Поднимаем бедра, ноги прямые. Медленно, не спеша вращаемся к правой ноге. Ноги прямые. К левой ноге. Извините, что я к вам задом. Завершили вращение. Левая нога вверху, правая внизу. Правая рука на вдохе, вверх, вдох. Замок. Делаем вдох. На выдохе наклон. На вдохе поднимаемся вверх. Левую стопу. Переходим к растяжке. Я вас, девочки, включу, чтобы вы могли комментировать. А вас перезагружу.